Накануне без голубого топлива остались еще 4 дома. Это Заполярная 7, Гагарина 53, Свердлова 95 и 101. Для того, чтобы подача газа не была приостановлена в других домах, где планируется отключение, жители должны обратиться в свои управляющие организации, а после представить Кутласгазсервис заключение о результатах технического диагностирования или информацию о сроках проведения капитального ремонта внутридомового газового оборудования.